вот ответь мне на вопрос, пожалуйста, ответь. Если к тебе подойдет твоя женщина, твоя жена, и скажет: я тебя не люблю, я не хочу с тобой жить, давай расстанемся, разведемся и так далее и тому подобное, какие будут твои действия? Ну что ты сделаешь? Что ты скажешь? Скорее всего, наверное, 70% мужиков начнут скандал, кричать там, может быть, даже бить начнут и будут спрашивать, кто он такой, кто у тебя есть, он тебя уже трахал, наверное, кто он, покажи его, я с ним разберусь, я его то-то-то и так далее и тому подобное. Ну, в последующем будут кричать, что они вам не дадут жизни, да? Если у тебя кто-то появится или появился, все, я тебе и ему там, блядь, устрою. 30% отреагируют, то есть, конечно, то есть, может быть, с болью, с грустью, будут узнавать причину, почему так, что, в чем причина, да, но они смогут отпустить, это будет для них тяжело, это будет для них больно, но они смогут, окей, то есть, да, вы поговорите, то есть, и, может быть, это будут даже проскакивать эмоции, но в целом, то есть, они смогут отпустить. Многие мужики меня сейчас не поймут, скажут: да ебать, это моя женщина, я за нее буду бороться. А с кем ты будешь бороться? С самим собой? Если тебя женщина не любит. Если нет любви. Твоей любви не хватит на двоих, абсолютно. Понимаешь? С кем ты собрался бороться? Или ты думаешь, что это твоя собственность? Нет. Это свободная женщина. Если она принимает такое решение, то есть, ну, значит, что-то где-то ты или вы вместе сделали не так. Из-за чего это все, блядь, разрушилось. Как-то так. Поэтому женщина никакой, блядь, никакого отношения к твоей собственности не имеет. Это такой же человек, это такая же личность, поэтому, мужики, реагируйте правильно на это все. Я понимаю, что это неприятно, это больно слышать, когда тебе женщина подходит и говорит: ну, я не хочу с тобой жить, то есть, ну, блядь, ну, не могу, мы разные, ну, все что угодно, а мужики, наверное, разное слышали, да? Научитесь отпускать, достойно отпускать, не устраивать истерики, блядь, не устраивать скандалы, как дешевые проститутки, блядь. А принять, как слышать: да, окей, блядь, так, значит, так, там, если есть дети, то есть, ну, ты всегда будешь отцом, блядь, и детей. Ну, блядь, сделай это достойно. По-мужски сказать: окей, все. Всех было. Ты в себе уверен должен быть. Что ты не пропадешь, блядь, не сгниешь, блядь, да не сопьешься, не наркоманишься. А будешь достойным человеком. Все просто. Научитесь принимать.